заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз, мой адрес ни дом, ни улица. 23 февраля – это праздник настоящих мужчин. И в этот день мы приехали в село Плеханы. Как вы думаете, зачем? Здесь, на сцене Дворца культуры, выступают настоящие мужчины, легенды российской эстрады и просто очень хорошие и душевные люди. Идемте посмотрим! Если сельчане не могут приехать на концерт звезды, то сами известные артисты едут в российскую глубинку. И в День защитника Отечества в Плеханах на сцене Дома культуры зажигали самые настоящие звезды. Известие о том, что для сельчан выступят заслуженные артисты Владимир Левкин и Владимир Степин, а также лауреат премии «Шансон года» Андрей Бурцев, сами жители Плеханов восприняли спокойно. Они привыкли к тому, что фермер Сергей Анохин на 23 февраля радует тружеников села приглашенными звездами. Для жителей, чтобы был праздник, маленько ощутиться, чтобы в деревне старые люди не ходили никогда, не видели живых артистов. Они никогда не ходили в театр, не ходили еще, но хоть сейчас по 40 лет увидели, пришли, что маленько приехали. Действительно, к ним артисты приехали смотреть. Для фермера встреча с журналистами была полной неожиданностью, чего не скажешь об артистах. Эксклюзивное интервью перед концертом балаковскому репортеру дали солист золотого состава группы «Нана» Владимир Левкин, солист вокально-инструментального ансамбля Александр Пахмутова и «Надежда» Владимир Степин. Они рассказали о том, какую программу подготовили для жителей Плеханов. Нет, стриптиза не будет, конечно, все хорошо. Удивительно то, что когда поются эти песни, народ их знает, и они поют и с удовольствием, это слышно из зала, и даже бывают ситуации зачастую, что люди выходят танцевать, что у нас на концерте не возбраняется, это всегда приветствуется. Вот так вот. А вообще все песни, конечно же, о любви к женщинам. Что ни говори, а сельчане умеют отдыхать. Во время концертов они не сидят, как это бывает на городских мероприятиях. Если душа требует танца, они танцуют. Хочется подпевать любимые песни, поют. И эту открытость отмечают и сами артисты. Более душевной публики, чем где-то в глубинке России, ее нету. Более искренней. Более искренней, душевной. И, понимаете, для меня, допустим, сегодня было откровением, что я пел несколько новых песен, и люди подпевали прям с куплет. Конечно же, общение со залом непосредственно, потому что артист тут рядом, не на экране, а ведь он рядом. Он может и потанцевать, он может и пожать руку артисту, поблагодарить его, подарить цветы и взять автограф. Вы понимаете, какая-то радость и душевная, и духовная в том числе. И зритель обогащается этим и получает запас бодрости, хорошего настроения. Эти духовные скрепы или нити, о которых все всегда говорят, вот они здесь чувствуются. Ты выходишь на сцену, начинаешь первую песню, как бы открываешь свой концерт, а дальше ты уже смотришь по людям, что им ближе, как они хотят, что они хотят, потанцевать, повеселиться или наоборот погрустить. Поэтому программа очень интересная. Их адрес – Советский Союз, и поэтому песни в исполнении Владимира Степина воспринимались на ура. Артист вместе с залом спел о птице счастья, о надежде, которая обязательно компас земной, вспомнили годы учебы с песенкой «Вагантов». Плещется вода, голубая лента. Вспоминайте иногда вашего студента. Много зимы, много лет. Прожили мы вместе с покрови святой обед. Ревности через институт, такие чужие друзья. Живы и здоровы, не любим, придет когда. Свидимся снова все под вместе. А уж о любимчике всех девчонок 90-х в солисте группы «Нана» Владимире Левкине и говорить нечего. Его ждали здесь уже повзрослевшие поклонницы. Здравствуйте, люди! Я буду с тобой встречать рассвет.
Концертов в Плеханах становится понятно, что секрет хорошего праздника прост. Это свободный вход, популярные артисты, любимые песни и, конечно, душевная публика. И хотелось бы, чтобы этот нехитрый рецептик записали себе в блокнот руководитель отдела по культуре Балаковской администрации и его подчиненные и применили его во время городских мероприятий.